Сотки кочегаришь. А сама кочег... Впереди, впереди, впереди! Это точка, вот слева! Прыжай, 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 прыжай! Готовьтесь! Она прям перед лицом называлась! Как все светло, хорошо! Твою мать, а? Что ж ты дергаешься? Да я по нему. Убил одного. Воу, воу, это что? Выхлоп, ёлочкин кот. Ё-моё. Кто с глушителем? А, да. Нет, в смысле этот. Стоп. Это что, Аня идет? Да. Да. Почему я не удивлен? По-моему, твой химзащитный костюм тебе не помог. Блин, что-то в темноте лутать твою янку не особо хочется. Может, мы переждем просто день? Она должна сейчас спасть уже, по сути. А мы уже у военки, что ли? Вот собор. Понял. Нет, в темноте-то такое себе, с зомбаками стреляют. Ты сходил сейчас? Это ты? Давай. Вообще не слепит. Вроде нормально уже стало. Идем? Пойдем. Шите. Да, норм. Право машину пойду полицейские с вами. Что, все получили? Ты еще не получил. Я вперед к большому зданию шел. Не знаю, что это. За раствор нашел. Я. Кто стрелял? Я. У меня уронили, бьют! Блин, Артём, вернись обратно! Ну обратно вернись, ты пробегал только что там! Все нормально. Спас? Да, еще бегут. Мэтт, к домику на КПП бегом. Две повязки мне надо. Еще одно. Уже свет в конце туннеля. Все. Я поднялась. Спасибо большое. Сзади зомби. Шеф, мы зайдем. Пойдем. У меня теперь есть своя собственная корова. Надо реально так загнать, короче, к нам на базу корову. Она будет и доить. Платок оденет, здесь платки. Посадим, кормим. Дверь закрывай. Маня, ты бы как корову назвала? Манька. Я так и думал. Просто одна буква лишняя. Это лаверды это. Это я отомстил. Я поняла. Есть у нас место свободное, чтобы скинуть хотя бы гвозди, блин, жалко. Должна быть. Убил тут одного чувака на военочке. Уже на военке? В Зеленогорске на военке. А
Там военка, она ее лутают постоянно. Эту военку лутают редко. Плюс лагерь. В лагере, ну, не скажу, там сильно прям хорошо, но в лагере тоже протяжная сетка. Откуда? А вот я ее снял. Нет, не снял. Капец. Здесь у типа пушек просто миллионы с собой. Думаю, что это у него за прическа такая. Глок, кстати. Ё-моё, у него патронов. 6 слотов, если нужно. Если нет, потом выкинуть. Потом... Я реально хочу все так разложить, чтобы не надо было бегать по палаткам, чтобы знать, где что в каждой палатке находится вообще. Здорово, сталкер. Я готов. Как тебе выебаться? Блин, я вообще собрался нормально. Вот я хочу зеленый покрасить, это как? Она вряд ли покрасится. Тебе надо просто другую найти и все. Другого цвета и забрало переставить. Сейчас скажу. Вот туда надо нам вроде как, нет? Да, 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 да. Да. Встречаемся здесь или что, или как? Да, давай встречаемся тут тогда, мы пока почти не столько пошли. Чё, всё, у нас есть? Так он так скажет. Ну, я дошел до антенны. Ну, помнишь, нас на антенне уже тогда встречал? Угу. Переодеваюсь. Ботинки не одеваются, в смысле? Не понял, да? А, сначала снять надо те. Ого. Здесь водичку из пруда, наверное, не стоит набирать, да? Патронов только, наверное, нет, да, само? Ну, в них есть патроны? Сколько-то? Тут еще. Освал. Магазин. О! Там ПСОшка как раз есть, кстати. Его починить, и куча патронов тоже на него есть. Воу, воу, это что? Выхлоп, ёшкин кот. Ещё красивая пушечка. Ё-моё! Вот он длиннючий. Там, наверное, елда такая за спиной. А ещё шлем охренительный нашел. Убирай. Так, что мы делать? Сколько ты места? Ох, немного. Тут сдать. И тут забыл уже. Я помню, сука. Здрасте. Ох, едрить! Здрасте. Не задерживайся. Вот это дрын. Закрывай ворота, блин. Выход, так. Кстати, охрененно смотрится. Скинул вам подарки. Примеряйте, может понравится. Охуенно с этой маской смотрится. Теперь берешь доски в руки и наводишь на нее гвозди. Идите сюда, подарки вам опять несу. Как хорошо, принес человек обувь, он радуется. Что еще нужно? Для счастья. Перевяжу. Так, погнали. А, ты по традиции решил? Да. Что он выкинул? Сапоги? Сапоги нынче хреновые подсунули. Интересно, это он стрелял или не он? Ты на сторону идет. Что-то по звукам это не он, по-моему, стрелял. Может, он с товарищем говорить и терять. Блин, он убегает. Правее, ты берешь этот ночной перехват? Да-да-да. Увидел, что ли, целится? Полил. Увидел, да. Увидел. Так, я буду бегать, пускай он на меня смотрит.
Сейчас зеленку зайдет, ляжет походу. Да, уже лег. Там мука, мука работает. Работаю уже. Не вижу теперь его. Там зеленки в этой. Да-да-да. Я правее пойду. Он там прям центре. Не умирайте только. Там все ближе и ближе, по-моему. Трассерами стреляет. За забором. Это что, справа было? Тут Волга стоит у них. На дороге, правее. От глушек чей? Вражеский. У ангара. Ты дашь, Витаныч? У ангара я, да. Да, мы. Справа от Волги за забором. Да-да-да, я знаю. Примерно там где-то. Я еще пошел в обход. Здорово. Стэмин нет. Здорово, актер. У нас война пока. По мне? Так где он там, блин, сидит? Вот тут даже сейчас он стрелял? Да, одиночный он. Единственное, выстрел, короче. Выдвигаюсь. Вижу за забором в поле, который. Твою мать, а. Что ж ты дергаешься? Да я по нему. Убил одного. Через дорогу? А. Который у Волги, да? Да, который вижу в зелёнке, по тебе целится. Дал ему. Давай, давай, я обычно. Не вижу его. Убил его, и он меня убил. Разменялись, походу. Должен был там убить его. Выстрелы. Если заражён, то ушла на эту машину. Ну, понимаешь, она могла остаться там и появиться там. Как-то так. Мы ж туда не ходили потом. Ну, не знаю, смотри. Нужно развернуться. Не, ну по сути на машине можно попробовать проскочить, но я не знаю. О, кстати, машинка военная. Алтын лежит в ней. Вот эту военку на обратном пути можно залутать, кстати. Раз здесь нет зараженки еще. Чуть-чуть. Еще, еще, еще. Еще давай. Сейчас руль выравниваю. Вот, а сейчас другую сторону руль крути. Во-во-во-во. Во, все, вот, все вот так ставь, ставь. Нет, хорош, хорош, хорош. Как бы не укатилась она дальше. Все нормально, стоит. Да, она такая белая, конечно, жалко на нее нельзя. А интересно, на нее можно сетку закинуть? Так, нам сейчас в какую сторону? Налево? На дороге выйти, наверное. Мило. Да ладно. Одного кольца не хватает. Ну-ка, стой. Стой, останови, останови. Ты, господи, где эта дверь тут? А у нас здесь не лежал ни один колесо? Может, это не вот кто и спускался как раз, где завал. Так, как вариант. Как раз примерно в этом месте. Короче, короче, вот военный. Наш нам снизу. Топольники заехали. Блин, так херово вас слышу. Сейчас, секундочку. А, звук, вообще громкость убавить. Поехали. Все. Говорите теперь. Прямо до военки, вот той, которая военка, где Тома отъезжал. Впереди человек зашел в зеленый дом. О, убиваем? Слева, слева. Звук обратно принять. Зеленая? Да, зеленый двухэтажка. Смотри, куда там грибком ваншотом может. И зомби за тобой. Минус. Зомби. Зеленый бежал.
Да умри ты уже. Машину смотрите, чтобы кто не подошел. Марио рядом с машиной. Одетый не был? Одетый. Тут что, зомби бежит? Зомби отстреливать сейчас буду. Давай, давай. Давай быстрее. Да, вдалеке там. Убил. Валим отсюда нахрен. Из оружия у меня что-то было интересное, нет? Пистолет, дробовик. Ну, я пистолет себе взял с двумя магазинами. У меня не было пистолета. Так, давайте я шеревкой сяду. А аккумулятора у него не было, кстати? Нет, не было. Или, Тём, ты веди, да? Нет, ты веди. Давай, давай, не, садись наперед, потому что я особо это... Так я могу сейчас в любой момент просто уйти. Закройся. Вам, в принципе, сейчас пол асфальта, время пол асфальта. Ну, это понятно, прямо едем. Там через переезд приедете. Ты до сотки кочегаришь? А сама кочегаришь. Впереди, впереди, впереди! Точка, точка, вот слева! Прыжай, 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 прыжай! Готовьтесь! Направо уходи! Рано, 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 рано. Я ранен. Здесь останавливаю. Давай, давай, давай. Я ранен, быстро звезды. Так, я вправо ушел, вправо ушел. Перевязал с одним? Да, да, да. Спускаются обратно к дороге. Видишь обоих, да? Не знаю, да, обоих. От меня? Да. Один минус. Хорош, двигай дальше. Второй минус. Вот еще вторая машина. Я не пойду к вам, я здесь стою. Угу. Контрольный. А этот живой еще. Извини, братан. Этого оба. Обстать уже бизнес. Я спускаюсь аккуратно. Забирайте, бежите сюда, он стоит поменять. Дима, ты про какой дом? Двухэтажный? Ну, зеленый двухэтажный дом, там левая. Все понятно, сторона. Все понятно. Двухэтажный. Я имею в виду, что застроить, бак потратить, иначе зайти. Фу, блин, шайтаныч, куст фигов. Можно перетаскать в гараж, где Волга стояла, сбоку положить там много и всего. Но ее хотя бы ближе можно угнать, там ближе. Или вообще не едет? Вообще не едет. А, вижу дым. Капец. Не, ну дым как будто наперегрелась, слушай. Жёг на ней красный. Сейчас посмотрим. Вода залита. Я еще туда сейчас. А по датчикам там ничего не кажут, может они работают? Датчик красный. На мышку? Да, сначала на мышку, а потом Г. Он так руку поднимет, ты мышку держишь, 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 держишь. Выстрел. Именно зажимай. То он тебе под ноги ее оставит. Хотя бы я умею кидать. Я под ноги кинула. Она прям перед лицом не завалилась. Как все светло, хорошо. Сработало? Ну сейчас я отошел, в данный момент я уже отошел. Кстати, я стоял рядом, меня даже не это. До свидос. Она, блин, прямо это, она прям. Я прям увидел, когда я за ней еще смотреть начал. Каску проверь. Опа, у меня так. Тут товарищ заходит на базу вересника. Опа. А мы где? Мы еще пока на СЗ. Бекер, слезай, пошли. На вышку залез, посмотрел. Один, по-моему.
Сюда заходить вообще на самом деле опасно, если. Все двери открыты. Понял. Давай, Векер, пошли. Айтер загоним, да. Дальше. Так, Андрей. А я вдоль забора у двухэтажного дома белого такого. Я внутри по территории. Видишь двухэтажный белый дом? Бля, напугал. Ну, на кого-то видел. Здесь двое у меня. Не туда, не туда идешь, не туда идешь. Пошли к шайтану, чего? Пошли к шайтану, я говорю. Уже никого нету, расслабься. Ну блин, все равно, где там было, пошлите. Викер, я не понял, где ты, если честно. Куда ты ушел? Тут дальше, друг, забор, иди. Пошли. Сам ушел, главное, сам потерялся. В кустах иногда. Если ты бежишь, тебя можно даже не заметить просто. Блин, зато зомби меня отлично замечают. Нет, он же не гиликой делает. Там кнопки же, которые давали, там что-то эти казаки с гиликой. Что не видел, что не Опа-на, лошак сломался, бля. Окон тоже не закрыт. Ну далеко вообще от верстника, нет? Бежим от СЗ. Бежим. Меня убили. Молодец, это у вас там война, да? Да. Викер, ты... Я слышал вашу войну. На базе. Ничего. Там несколько человек. Они прям, где мы разошлись, меня там убивали. Там казармочка, чуть глубже казарма одиночная. Я возле нее. Светаныч, мы, короче, возвращаемся. Я понял. Перед нами чел в поле, Айдар. Вот там, куда я целюсь. Был. Был. Это было ключевое слово сейчас, да? Посмотришь? Я подбегу, посмотрю. Блин, не могу контрольный ему дать. Все, да. Давай, вперед. У меня ж вроде не должно быть особо прям слышно. Мои выстрелы. А что это за ящики еще какие-то зеленые? Ты тоже новая, да, хрень это? О, ох ты ж. Прикольная хрень. Они, по-моему, спавнятся сразу же, да, в доме? Насколько я... Да, Викер, он просто... Да. Он не это, по зомбарю. Он по нам не стреляет. Он в казарме, да, вроде? Он снаружи бегает, посередине, по центру. И я рядом с ним. Это ты стреляешь? Он за мной, он за мной бежит. Да ладно. Он убить хочет, да? Нет. Не-не-не, он хотел, если бы хотел убить, он убил бы. Здорово. Здорово. У тебя как никнейм? Мы с тобой не встречались? Нет, вряд ли. Здорово. Фонарик. Фонарик никнейм? Ну, не фонарик Александр HMC, а фонарик вам нужен. Понятно. У меня есть просто за 4. Че он сделал? Тут где-то твои друзья или что? Нет? Нам стоит их беспокоиться? Нет, я сам. Я понял. Мы к нему подходим, шайтан у него ник спрашивает, он говорит фонарик. Спрашивает, ник фонарик? Да нет, там ничего не нужно, спасибо. МС Александрович, а фонарик вам нужен, спрашивает? Вы там на территории? Я возле нее, я дорогу перешел. Опа, тут шмотки лежат. Видимо, там кого-то убили. Шлем и визор, вот здесь, на мне прям.
В лесу просто лежат? Да, просто лежит визор и шлем синий. Еще кого-то захерачили. Юэновский? Да. Так, я на холме, как ты говорил, слева. Я захожу на территорию. Я со стороны бора буду. Я по главной дороге буду примерно идти туда, вглубь военки. Вдруг они прям по дороге будут идти. Зомби убитые, да, вижу, лежат. Я у торца, получается, вижу торец больнички. Восточный торец больнички. Вещи раскиданы прям по дороге. Из радиации нет, ничего? Нет. Но он раздетый, чё? Клуша, кто? Чей? Надо мной где-то. То есть снаружи? Да. Убил, и меня убили. Нет, я без сознания. На выстрелы. Бегом ко мне. Там еще. А, у меня бегает кто-то прямо в упоре. Убил его. Хорошо, быстрее ко мне. Два кровотечения на мне. Тот стопудово отъехал, прям в лицо ему засадил. Я прихожу потихоньку в себя. Давайте, ребят. Вижу. Давай. Жизни вверх начали идти. Давай. Еще один раз. Снова теряю сознание. Давай, вижу. Зомби подходит. Еще поднимаюсь к вам. Тут тоже к вам, я не совсем понимаю, где вы, но... Типа иду. Я нашел алтын. Вы? На выстрел, да. Зомби? Я пришел в себя, меня бьют, блин! Меня-то за что? Он ползет ко мне, блин, тварина. Физуха не поможет. У тебя здоровье? Да, здоровье минус. Жру. Где этот пассажир? Он один был или двое? Двое. Одного я прибрал сразу. У тебя этот ход почини свой. Это мне? А ну. Он раненый вообще ж. Сейчас я вот этого проверю. Он должен был вроде сдохнуть. Но этот, по-моему, готов. Да, он сдох, МПшка у него. Мосин с глушителем. Под тобой морфий скинул. Но у меня есть морфий, у меня хп нет, поэтому я хромаю. FX-45 заберу, патроны тут есть. Так, 308 беру. А, Айдар тут на 74-ку магазин. Никто не хочет? А, это церка. Тут церковь. Сколько же там? Встаю. Давай зайдем. А, у тебя, по-моему, есть или нет? Нету, да. Сейчас, держи. Во. Ты чё такое? Балаклава. А, нормально. Сейчас танк это ствол как держит, как Чубака такой. Слышали? Да? Это Зеленогорск, по-моему, теперь. Погнали. Зов Ктулху. Так, слушай, Айдар, давай-ка, скинь. Ого, прям смотри. Зовут. Все. Надо идти. Все. От военки, да, вот возле трансформатора. Сейчас. Где трансформатор? Между двух ЖД идет в приседку. Сейчас мы чуть поближе подойдем. Сейчас у трансформаторный будет. А где трансформатор? Я что-то вот только склад. Левее база. Оно западнее, да, западнее. Южнее базы получается. Трансформатор южнее базы. Да. В упоре. Он внутри трансформаторки бегает. Понял. А с оружием не видно? Зомби вижу, его нет. Он получается дальше. А зомби загрелся, мы которого мы видели на крыше. Ага, значит это на военке. Угу. Да, они на военке тусуются. Да, вижу, кто-то закрыл внутри военки. Гука. Да, понял. Там много зомби мертвых. Айдар, догоняешь? Так, открыл дверь. Давай открыл вместе. Их двое. Белое здание внутри, прям где военка. Значит, их трое. Где-то. Белое здание, в смысле, казарма?
Нет, возле казармы есть белое здание небольшое. Желтое и такая зеленая, ядовито-зеленая крыша. Он закрылся, я понял, про которое здание ты говоришь. Вижу, да. они влево уходят. Понял? Там на трансформаторы, на да, трансформаторы ушли. Да, убегают. Понял. Все. Принимаем их. У меня зомби ходит, блин, палево. Они на вас бегут. Зомби отстреливают, походу. Они по зомбям, походу, работают. Да. Я понял, где они. Они закрылись в такой, в этой, типа факторочка. У меня два выхода. Мэтт, ты подходишь ближе? О, блядь, трассер полетел. Я по нему работаю, я не попал. Мэтт, я ближе подхожу. О, там закрылись они, в этой вот, типа в маленькой факторочке закрылись. Ты подходишь, Шатян? Да, мы подходим. Правая. Здесь один мертвый лежит. Я слева иду. Один мертвый, один внутри вот этой херни. Я слева нее иду. Я не знаю, там есть выход с нее или я нет. Я за ней, блядь. Это я. Ага. А внутри, я его вижу, внутри. Открой дверь, кину гранату ему. О, понял. Там без... Отходите. Граната на ответку, по-моему, полетела? Я кинул ему. Нет, она плохо кидается. Забей. У меня флешка есть. Это бесполезно. Пробуй еще ему. Еще пробуешь? Да. Он закрылся. Закрыл. На крышу кидаю. Нет, не попал. Ладно, в дверь попал. Может быть, задень этого. Открываю, подхожу. Стекла сбоку, смотрите. Умрите. Кажется, он нокнулся здесь. Кто заходит внутрь? Я зашел внутрь. Мы внутри. Он нокнулся. Граната его, походу, задела. Здорово. Еще могут быть. Все. Я зомби отстреливаю. Так, вы не забывайте, вы еще кого-то видели у этих. У двоих же убили, нет? Один ну, валяется вы... мертвый вот тут. Его зомби, походу, сожрали на улице. Двоих видели, хотите? Двоих вроде. У него есть FN-ка, кстати, FN 2000. Много у очень. У этого РК-62, воды много. Я возьму эти Bad Leggage зеленые. Хватайте все, быстрее, пока не пропало. СВТ-шка с оптикой, кстати. Кто не хочет СВТ-шку с оптикой? Давайте я с улицы вас прикрою, там сяду где-то в кусты. Так, ФНку забрал у него. Так, перекидываю свои добро. Зеленые эти подсумки. Тут вообще их двое. Вы в курсе? Двое на улице? Да, тут два челика. Да. Чё ты, блин? Кто? Добиваю. Да они мертвые, ты шо? Да. Да, один живой. Два челика, вот они. В смысле, живой, у него пар шел изо рта? Один, да. Понял, блин. Дождь пошел. Давно дождя не было.